апреле и мае 2020 года в разных районах Минска были обнаружены трупы мужчин. Во время проведения экспертизы специалисты установили, смерть обоих наступила от комбинированного отравления, в том числе наркотическим средством – метадоном. Оба погибших уже имели опыт с наркотиками. Один из них и криминальный, по продаже психотропов. Во время осмотра их телефонов оперативники искали поставщика метадона. И в обоих случаях ниточки вели к уже известному следователям магазину «Огонь и лед». На тот момент этот наркошоп уже фигурировал и в других делах. Цепь этих событий началась у Витебске задолго до происшествий в столице. Двое парней, Тимур Терзийский и Степан Хатемлянский, познакомились в общей компании. Спустя несколько лет приятельства нашелся и общий интерес, а именно – заработок на закладках. Один 1994 года рождения организатор, второй 1995 года рождения. Они нигде не работали, окончили 11 классов, то есть среднее образование, после этого нигде официально не работали и не обучались. Виктор Мусатов, следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков Следственного управления ОСК по городу Минску. Занимался расследованием дела наркомагазина «Огонь и лед». Хотят люди быстрого заработка, быстрых денег, прилагая для этого минимум усилий, поэтому идут на такую противоправную деятельность. Изначально приятели устроились в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Впрочем, поработали на дядю недолго. Запросы выросли, появился опыт. Впоследствии Тимур и Степан решили открыть свой наркошоп. Как бы ни казалось странным, достаточно несложно заниматься такого рода деятельностью. Ну, на первоначальном этапе необходимы, конечно же, какие-то денежные средства для покупки определенной первоначальной партии для его сбыта, этого вещества незаконного. Создание магазина не так сложно, как кажется, но и не так просто, как могло бы быть. Максим Дегтярев, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков Следственного управления ОСК по городу Минску, осуществлял контроль по делу о наркомагазине «Огонь и лед». Указанные граждане, так сказать, не новички в незаконном обороте наркотиков, ввиду того, что до указанных событий и создания магазина «Огонь и лед» осуществляли свою незаконную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков на территории города Витебска в интересах другого интернет-магазина по реализации указанных веществ незаконно. Нашли компаньоны поставщика в России. Туда они ездили на арендованных автомобилях и забирали крупные партии товара. Люди идут, наверное, потому что, как сказать, если человек раз, два, три не был пойман, видно, появляется какое-то такое самоуверенность, что значит, меня не поймают, может, я не попадусь. Или, может, я еще раз-два сделаю, как бы на этом становлюсь. Были ситуации, когда ребята просто там хотели элементарно заработать себе на мобильный телефон, там, класс iPhone, допустим, какой-то дорогой, чтобы в последующем, не знаю, быть, скажем так, крутым среди своих сверстников. И, ну, однако, получение такой прибыли, по сути, скажем так, может, где-то и легкое, потому что, по сути, тебе необходимо просто откопать ямку, положить, сфотографировать, отправить координаты, фотографию. И вроде как бы ты ничего такого не сделал, и ты получаешь там на биткоин-кошелек свой доход от этой деятельности. Как позже охарактеризуют их деятельность следователи, в организованной группе действовал постоянно работающий преступный механизм по планированию, организации и совершению преступлений на основе согласованности, управляемости и сплоченности, оптимальным распределением ролей и тесной взаимосвязью между собой, постоянством форм и методов преступной деятельности, соблюдением конспирации. Изначально наркотики компаньоны возили из России в родной Витебск. Фасовкой занимались не дома, а в арендованных квартирах. Таким образом, нарабатывали опыт и клиентуру. Тогда же был создан на площадке «Гидро» интернет-магазин «Огонь и лед». Уже вскоре аппетиты выросли, и товарищи отправились
покорять столицу. Предпочтение наркодельцы отдавали в основном метадону. Это подтверждают и улики, и сами клиенты, те, кто выжил. Надо сказать, что метадон приобрел популярность среди наркопотребителей по той причине, что в отличие от привычных им опиатов, которые необходимо было употреблять как минимум раз в день, эффект от метадона длился 2, а то и 3 дня. После приезжали из Витебска в Минск, на арендованных квартирах фасовали наркотики, раскладывали по закладкам на территории Минска, Минского района и уезжали обратно в Витебск. Таким вот образом ездили из Минска в Витебск. После этого в 2021 году один из организаторов перебрался в город Минск, где стал проживать в Минске, а второй его товарищ остался в Витебске жить и при необходимости приезжал в Минск, где они занимались фасовкой наркотиков и впоследствии раскладывали по тайникам, и один из них уезжал обратно в Витебск, а второй оставался в Минске. То есть один постоянно проживал в Витебске. В 2020 году был возбужден ряд уголовных дел по фактам сбыта либо в отношении лиц, которые приобретали наркотики, по первым частям статьи 328. Как показало следствие, во всех случаях к этим фактам были причастны представители интернет-магазина «Огонь и лед». Установлено 10 фактов сбыта, 2 из которых с летальным исходом. Указанные уголовные дела были ранее возбуждены территориальными подразделениями Следственного комитета и в ходе расследования соединены в одно производство с основным уголовным делом. В апреле и в мае 2020 года в 2 районах города Минска были обнаружены трупы. В ходе проведения экспертизы установлено, что смерть наступила от комбинированного отравления, в том числе наркотическим средством метадон. Менялось основной состав, у нас было перемещение через государственную границу Республики Беларусь запрещенных веществ. Возилось это все из территории Российской Федерации. В том числе менялась организованная группа, связанная с незаконным оборотом запрещенных веществ, часть 4 статьи 328. И также были установлены факты смерти по неосторожности в результате употребления запрещенных веществ, то есть 5 части. Люди приобрели через данный магазин запрещенные вещества, употребили и наступила смерть. Но, согласно заключению эксперта, смерть у нас носила комбинированное отравление. То есть было одно из веществ, которое было приобретено в магазине, как было установлено, и также были другие вещества, которые тоже употреблял лицо, ну, скажем так, наркозависимый. Из материалов дела. Гражданин незаконно, без цели сбыта, хранил вышеуказанное особо опасное наркотическое средство при себе, а также в квартире по месту проживания. Неустановленным способом употребил, что повлекло по неосторожности смерть от комбинированного отравления наркотическими средствами – метадоном и мефедроном и психотропными веществами – трамадолом, что имеет признаки тяжких телесных повреждений в результате потребления им особо опасных наркотических средств. И пока магазин «Огонь и лед» раскручивал жернова смерти, следователи стали собирать все кусочки пазла воедино. Все чаще в руки оперативников стали попадать потребители именно магазина «Огонь и лед». Таким образом, каждый эпизод добавляется в копилку обвинения определенных фигурантов. Зачастую указанные уголовные дела уже проходят через суды, ввиду того, что эти дела выделяются из уголовных дел в отношении лиц, которые хранили эти вещества, то есть они осуждаются за хранение без цели сбыта, то есть как потребители, так и в отношении лиц, которые сбывали эти вещества в интересах этого магазина, то есть, например, по третьим частям, либо по четвертым, ввиду наличия доказательств причастности тех лиц. То есть таким образом общий вес психотропных веществ увеличивается этих наших фигурантов за счет того, что в каждом эпизоде имеется свой вес, уже подтвержденный экспертизами, изъятиями и зачастую прошедшие даже суды. А тем временем наркобизнес шел в гору. Чтобы справляться с объемами, Терзийский и Хатимлянский решают взять на работу помощника, по сути, закладчика. И тут на предложение отозвался опытный работник сферы и сам потребитель Андрей Соловей. Мужчина был судим за продажу наркотиков и после отсидки решил вернуться в бизнес.
забирал оптовые дозы, фасовал на более мелкие, также раскладывал и координаты географические с тайниками скидывал уже непосредственно организаторам для дальнейшего сбыта наркопотребителям. Примечательно место закладок, то есть там, где он делал закладку, место обозначал ножом с рукояткой, которая была обмотана изолентой красного цвета. То есть в том месте, где он делал закладку, скажем так, для наглядности, туда вставлял в землю нож, чтобы рукоятка была видна. Ну, скажем так, такая вот фишка у него была. Впоследствии этот нож, аналогично с такой же рукояткой, был у него изъят в ходе задержания у закладчика. Благодаря оперативной работе наркоконтроля организаторов удалось задержать. Это произошло 13 июля 2022 года. Во время изучения их мобильных телефонов и переписки было установлено, что в схеме есть еще один человек – закладчик. Соловьева взяли на следующий день. Следственным управлением УСК по городу Минску расследовалось уголовное дело в отношении трех фигурантов интернет-магазина «Огонь и лед», двоих организаторов и одного докладчика. Организаторы были задержаны летом 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. На арендованной ими на короткий промежуток квартире были обнаружены особо опасные наркотические средства метадон, более 150 грамм. И впоследствии, после проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, был задержан закладчик, который работал на данный интернет-магазин. Зачастую в подспорье нам большое оказывает хорошая и оперативная работа сотрудников наркоконтроля на первоначальном этапе, которые успевают, тоже понимая, каков дальнейший процесс работы с теми или иными людьми, с теми или иными сведениями, которые они получают на первоначальном этапе. Если они успевают получить ту информацию, которая в последующем подтверждается следствием, значит, то имущество, которое изымается у фигурантов, например, компьютерная техника, мобильные телефоны, какие-то записи, не только в бумажном, но и в электронном виде, в последующем именно это становится основой доказательной базы в отношении этих лиц. Таким образом, деятельность интернет-магазина «Огонь и лед» была полностью пресечена. Дальше была проделана работа по установлению других фактов, к которым причастны фигуранты. Тогда же уголовные дела соединили в одно производство с основным. Один из организаторов, он изначально вину признал в ходе общения с сотрудниками милиции, в ходе дачи объяснения, рассказал всю преступную схему. Впоследствии от показаний отказывался и уже до окончания расследования показаний не давал. Второй из организаторов изначально отказывался от дачи показаний, и такую позицию он придерживался до конца следствия. Клиентом моим был Хатимлянский Степан Владиславович. Суть дела заключалась в том, что был организован магазин по продаже запрещенных веществ, «Огонь и лед» назывался, в котором реализовались различного рода запрещенные вещества. По сути, как было установлено в ходе предварительного расследования, организатором магазина являлся как мой клиент, как и второй клиент. Ну, уже не мой клиент, соответственно, по этому делу. И плюс в последующем в ходе осуществления такого рода запрещенной деятельности было привлечено третье лицо, которое, по сути, выполняло функции, сейчас говорится, закладчика или минера, который раскладывал эти запрещенные вещества, в том числе на территории города Минска. В части степени согласия мой клиент в полном объеме признал вину в содеянных общественно опасных деяниях. Второй фигурант по материалам уголовного дела вину в данной части не признавал. Именно по части 4, по части 5
Ну, в принципе, изначально еще при задержании последним были написаны явки с повинной, слова с которых не указывал, что на самом деле занимались незаконным оборотом запрещенных веществ и перемещали их в Беларусь через государственную границу. На руках у следователей, по сути, оказалась вся доказательная база. Телефоны с переписками и фотографиями. Впрочем, один из организаторов успел сменить сим-карту, что могло развалить обвинение в причинении смерти. Следователями была проведена большая работа по восстановлению всех номеров, которые использовали наркоторговцы. На момент задержания, и с учетом того, что деятельность их была продолжительна несколько лет, на момент задержания один из фигурантов сменил абонентские номера, которым пользовался в 2020 году, и пришлось устанавливать тот абонентский номер, которым он пользовался в 2020 году, чтобы установить его причастность к фактам сбыта, которые повлекли смерть. То есть у него был изъят мобильный телефон, в котором находилась сим-карта, которая действовала буквально там на протяжении 3-4 месяцев. В ходе предварительного следствия было доказано 10 эпизодов преступной деятельности каждому из организаторов интернет-магазина. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности указанных лиц. Таким образом, следователям Следственного управления было изучено более 15 уголовных дел, возбужденных территориальными подразделениями Следственного комитета города Минска по фактам незаконного сбыта психотропных и наркотических средств граждан Республики Беларусь, два из которых, к сожалению, окончились смертями покупателей этих веществ. Говорить согласился лишь третий участник, он же закладчик, Андрей Соловей. Мужчина рассказал классическую историю. Употреблял сам, нужны были деньги. Так все и завертелось. Из допроса Андрея Соловья. После того, как я списался с техподдержкой, мне написал неизвестный пользователь с никнеймом «Хакс» и предложил работу. Я согласился. Я внес залог в размере $100 США. После этого внесения залога на следующий день мне был выдан мастер-клад, в котором находилось 5 расфасованных закладок по 0,2 грамма метадона. Мне требовалось разложить данные свертки в любом месте. Я разложил свертки в лесопарковой зоне. Отчет о проделанной работе я сбрасывал пользователю «Хакс» в Telegram. При этом за работу мне обещали по $10 за каждую сделанную мною закладку. Далее я начал работать на указанный магазин на постоянной основе и примерно раз в неделю выполнять работу по раскладке наркотиков. Все мастер-клады я получал от пользователя «Хакс», раскладывал закладки на территории Минска в лесных массивах. При этом я получал от пользователя «Хакс» мастер-клады весом максимум 1,5 грамма, 10 закладок по 0,15 грамма. Денежные средства пользователь «Хакс» переводил на мой биткоин-кошелек. Следствие велось на протяжении 9 месяцев. В апреле 2023 года уголовное дело было передано в суд. Руководители магазина «Огонь и лед» отказывались давать показания до самого конца, воспользовались своим конституционным правом. Как отмечают следователи, преступники нередко избирают такую тактику. Сначала посмотреть, что есть у следователей, а затем уже принимать решение – сознаваться или молчать до конца. Двоим организаторам вменялись часть 4 и часть 5 статьи 328 и дополнительно еще факты по перемещению наркотического средства через государственную границу Республики Беларусь. Это статья 328 прим. 1. Закладчику вменялась в вину часть 4 статьи 328, поскольку было установлено, что на момент, когда в 2020 году, когда были факты смерти, он в этом интернет-магазине еще не работал. Возвращаясь к мобильным телефонам, следователям удалось установить, что номера руководителей магазина буквально засветились на местах именно смертельных закладок. В ходе осмотра компьютерной техники и средств связи, которые находились в пользовании у погибших, было установлено, что незадолго до смерти они приобретали особо опасные наркотические средства метадон, и в ходе осмотра было установлено, что именно приобретали в интернет-магазине «Огонь и лед». То есть сохранились некоторые фрагменты переписки, либо фотографии с местами закладок, и удалось таким вот образом в том числе установить, что представители этого интернет-магазина причастны к сбыту наркотического средства именно
нашим погибшим. Еще одна деталь. В ходе осмотра информации о движении денег по банковским картам наркоторговцев установлена сумма преступного дохода свыше 440 тысяч рублей. В архиве они хранятся не год, не два, достаточное количество времени. Там содержится информация по лицам, которые могли быть причастны, информация так или иначе касающаяся сбытчиков. То есть это может быть и название интернет-магазина, и адреса тайников, с которых извлекали это вещество, и показания лиц, которые приобретали это вещество. Есть переписка приобретателей с организаторами магазинов, которые они покупали. Есть никнеймы, учетные записи, есть ID, достаточно информации, которая в последующем ложится в обвинение указанным лицам. То есть отсутствие наркотика, как говорится, на кармане не является спасением. Критерием, наверное, в этих делах будет и часть третья, и часть четвертая, это все-таки установить, была ли деятельность связана с каким-то магазином, который впоследствии квалифицируется как организованная группа. И на что они выполняют какие-то действия по указанию других лиц, проходит обучение и соответствующе потом уже отчитывается о проделанной работе, допустим, ну как фотографии закладок с указанием координат, где они были сделаны, эти закладки. Ну, в последующем какой-то отчет о том, сколько необходимо, сколько он закладок сделал, сколько денег он за это должен получить. Соответственно, как правило, если такая переписка у нас обнаруживается в мобильных устройствах, что, скажем так, сейчас является, наверное, первым врагом человека в этой ситуации, то, естественно, скажем так, большая часть органов принятия расследования Республики Беларусь квалифицирует данные действия по части 4, где санкции статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Люди, попадающие в этой ситуации, конечно, очень сильно сожалеют о содеянном, потому что понимают, что, скажем так, ну, в прямом смысле жизнь сломана. Зачастую получается так, что люди, которые причастны к незаконному сбыту, либо организаторы интернет-магазина, на момент задержания не имеют даже при себе наркотиков. И они, думая, что если при них, либо в местах, где они проживают, зарегистрированы машины, в которые они ездят, нет наркотических средств, которые в последующем можно провести экспертизу, они считают, что они останутся безнаказанными. К счастью для нас и несчастью для них, указанные обстоятельства не являются основанием для того, чтобы в последующем их не привлечь к ответственности. Все эпизоды преступной деятельности так или иначе регистрируются, по ним проводятся предварительные следствия, и уголовные дела, на тот момент, которые возбуждены, при отсутствии лиц, которые могут быть причины к ответственности, приостанавливаются, и они хранятся в архивах. Летом 2023 года судом Советского района столицы был вынесен обвинительный приговор. Одному из организаторов интернет-магазина было назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, второму – 21 год. Закладчика осудили по четвертой части наркостатьи. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. С учетом тяжести наказания и сроков, приговор был обжалован в Минском городском суде. Впрочем, после рассмотрения апелляции Фемида оставила решение без изменения.